14 марта руководство Казанского федерального университета приняло в стенах вуза делегацию немецкого аккредитационного агентства «Эвалак». Цель встречи заключалась в значительной поддержке качества высшего образования на более высоком уровне. Процедура международной аккредитации предполагает анализ реальных процессов научно-образовательной жизни вуза. Первый проректор КФУ отметил, что Казанский федеральный полностью готов к развитию и может смело соответствовать основным мировым трендам в сфере высшего образования. Встреча приняла формат «вопрос-ответ». Теперь независимой комиссии предстоит строго оценить образовательные программы, процесс обучения и качество подготовки выпускников. Также представителей ЭВАЛАК интересовал целый ряд вопросов, касающихся научно-образовательной деятельности Казанского университета, балла рейтинговой системы и многое другое. Наша компания уже с 2000 года работает как аккредитованный центр и утверждена немецким аккредитованным советом. Мы имеем право присуждения качества образования и аккредитации образовательных программ. Международная аккредитация – это не только престиж, но и показатель, на который удобно ориентироваться экспертам, работодателям и абитуриентам. Это доказательство качества конкретной образовательной программы и ее соответствия самым высоким стандартам.